Всем привет! Это распаковка двух моих заказов по каталогу последнему, 18-му, из 2023 года. Так получилось, что первый из заказов, который я сейчас вам показываю, он у меня получился в срочном порядке. Мне нужно было срочно его сделать и получить из-за того, что понадобились БАДы. И благодаря этому я насобирала еще немножко. Ну, а потом в конце каталога следующий заказ, который у меня придет только 9 числа, и я буду снимать, следующая часть вы увидите. Скорее всего, я буду в другой одежде, но ничего страшного, мы сейчас посмотрим, что же я на 30,73 балла заказала. Ну и главный виновник этого заказа — витамины, не витамины, а молекулярные БАДы для зрения. У меня приехал муж и говорит, что у него резко ухудшилось зрение. И я, конечно же, первым делом сказала: иди делай гимнастику, занимайся шеей и пей омегу. Но омегу он начал пить еще раньше, она была в наличии. Ну а вот этот БАД мы прикупили специально для того, чтобы он уже здесь начинал пить. Это поддержка зрения. И я просто знаю эффект от других БАДов из этой линейки. Конечно же, сразу сказал, что надо попробовать вот этот. Начал пить. Получается, уже дня 4 или 5 он пьет. Ну, пока рано говорить об эффекте. Курсовое лечение на 30 дней рассчитано. Ну, и многие считают, что БАДы – это панацея. Это не панацея, это помощники. И все-таки обязательно, когда снижается зрение, нужно какую-то гимнастику делать для воротниковой зоны, для шеи. Какие-то элементарные упражнения. Вот лично мне это все помогает. И я уже рассказывала о том, что даже без БАДов у меня резкое зрение повышается. С утра я, бывает, вообще ничего не вижу, у меня все расплывается в телефоне, мелкий шрифт. А когда я начала заниматься регулярно какими-то упражнениями, или даже с утра делаешь йогу для шеи, для, ну, не знаю, там, вот для плечевого пояса, все намного становится проще, ты все прекрасно видишь, вот настолько это все работает. Конечно, БАДы в этом случае помогают, но я вот поддержку зрения еще не пила. Посмотрим, какой эффект будет без гимнастики, безо всего, что он скажет после того, как пройдет курс. Я обязательно вам расскажу. Ну и второй момент, который очень тоже понадобился, это про BioFull. У меня сын пропил курс антибиотиков, очень серьезные были побочки от вирусной инфекции, и не обошлось, к сожалению, без них, потому что там был очень сложный случай. И, конечно же, нам назначили параллельно бактерии полезные для кишечника. В аптеке я купила курсом на, по-моему, 10 или 7 дней. И срочно понадобилось еще, естественно, пару месяцев нужно будет пропить, и я решила заказать наши. БАДы Фитополис предназначены для людей с 18-летнего возраста, так же, как и молекулярные, за исключением одной баночки, которая у нас для детей конкретно. Но я все-таки считаю, что про пребиотики это... Ну, я не знаю, зачем здесь возрастные ограничения, если я с 12 лет уже пошла и купила взрослую дозировку в аптеке. Соответственно, и здесь, ну, я для своего ребенка считаю приемлемым такие БАДы, такой БАД пропить. Сейчас я вам покажу капсулы, какие внутри содержатся. Также нужно пить по 2 капсулы в день, и он уже начнет у меня скоро это все принимать. Ну, а БАДы для зрения, давайте тоже покажу. Они такие позитивно-оранжевые, небольшого размера. В общем, все классно. Будем принимать. Следующее, что это вот уже заказала мне дочь. Она говорит: мне нужен кондиционер, мне нужно средство для туалета. И я решила заказать ей новинку. Кондиционер-концентрат для белья из новой корейской линейки. Называется она у нас Суюн или Союн, я не знаю, как правильно. И почему именно его я перезаказала? Ведь обычно я заказываю с золотой органой, из обычной линейки, но я вам так скажу. Я впечатлилась, вот моя бутылка, я ее принесла снимать для другого видео, буду делать обзор этих средств. И я им пользуюсь с большим удовольствием не по аромату, а по эффекту. Невероятно мягкое белье. Вот мне кажется, мягче белья ни один кондиционер не делает так, как вот этот. Конечно, я дочери заказала его,
Надеюсь, ей тоже понравится. Ну и заказала средства для туалета. У нас с ней единая проблема сейчас началась. Не прочищается унитаз под водой. Ну, я это связываю с тем, что, видимо, изменился состав воды, и этот налет откладывается, и его вообще тяжело под водой, именно под водой удалить. Вот там уже, где сам пошел уже слив в канализацию, вот это труднодоступное место. Конечно, под водой это нужно больше средства растворить, чтобы это все работало, но так как до этого 3,5 года такой проблемы не было, а сейчас она началась, явно что-то изменилось в составе воды, и она такую жалобу мне высказала, и у меня такая же есть претензия к воде, не к средству, в общем, она чистила до этого другим средством, не Гринли, а я Гринли, в общем... Что-то у нас с водой, она у нас с повышенным содержанием железа, и сейчас сантехника пахнет, пачкается гораздо быстрее, не пахнет, но пачкается гораздо быстрее, чем обычно. Дальше, опять же, ее заказ, она попросила дозаказать ей лак для волос, она сейчас укладывает волосы, купила себе Dyson, и очень красивые у нее получаются локоны, она фиксирует лаком, и попросила в очередной раз лак с подвижной фиксацией, ей очень понравился, и мы решили повторить. Следующее, это я уже заказала своему мужу, проверила, что здесь в запасах у него заканчивается средство после бритья, бальзамчик, и такой мы еще не покупали, пусть попробует, я ему передам. Так, ну и следующее, что у меня было в заказе, просто какие-то копейки стоил сухой шампунь, он у нас сейчас в каталоге 369 рублей, а этот, по-моему, обошелся, ну, он 200 или 195 ли он стоил по акции каталога, и я взяла парочку, у меня в запасе еще есть один, я с удовольствием им пользуюсь и... Сыну тоже периодически перед школой подбрызгиваю где-то в каких-то местах, когда он не успевает помыть волосы. Ну, потом обязательно, конечно, их нужно помыть, потому что сухой шампунь остается на волосах, и есть такое ощущение от него, ну, как будто бы укладочное средство какое-то есть. И у него, кстати, эффект укладки тоже присутствует. Кому нужно сделать быстро объем на чистых волосах, можно нанести его на корни, взбить вот так вот, потом хорошенько прочесать, и хороший объем вам гарантирован. Также в этом заказе я получила 3 купона. У меня всего 26, и отдельное видео, то, что можно купить по купонам, я обязательно тоже сделаю. Ну все, теперь переходим ко второй части, а этот заказ у меня все закончился. Так, ну что, это продолжение моей распаковки, вторая часть заказа. Я его тоже сделала по одной из акций прошлого года. Там было невероятное количество, которое под конец года на нас навалили. Я даже не успевала понимать, я выложила промокод, такой-сякой промокод. В общем, там какая-то горячая пора была. И я сделала 3 заказа по этим акциям. Один из них, вот сейчас вам показываю, на 24,56 балла. Это средство для волос. Я как раз в тот день выпустила видео о пользе этих средств, о ценах. И, конечно же, оно актуально было по ценам именно на тот день, но по информации, которая в этом видео, оно актуально и по сей день, потому что, ну, ничего в применении и в моем отзыве не поменялось. Я сейчас покажу, что же я заказала. Я также заказала еще в какой-то день вещи домашние, новогодние, там тоже была на них специальная цена. И их я покажу в отдельном видео с примеркой. Еще у меня был заказ на БАДы. Тоже в какой-то день была спеццена на БАДы, и они мне были очень нужны, но я забыла утвердить заказ. Вот это у меня обычная моя нормальная история, но я на самом деле, ну, чуть-чуть расстроилась, потому что они были нужны уже сейчас. Ну, ладно, я их куплю по купонам, которые мы также получали за заказы в прошлом году. Кто делал в 17-м каталоге и в 18-м, эти купоны получили. Может быть, кто-то забыл, что они у вас есть. Вот я вам напоминаю. Их можно посмотреть в разделе «Купонные карты», ну, либо сразу пройти в персональные акции, и там у вас будет специальная вкладка одноименная, в которой вы выведете свое количество и можете выбрать товары. Отдельное видео по купонам.
можно будет посмотреть также на моем канале. Так, ну и что же у меня в этом заказе? На почти 25 баллов концентрат, активатор густоты волос. Вот 5 упаковок я взяла на курс. Кстати, в том видео я рассказала, сколько нужно упаковок сразу на минимальный курс, на максимальный курс. И я уже буду проходить этот курс повторно, мне он помог, и в прошлом году, когда я активно приступила к использованию ампул, у меня есть еще спрей, активатор густоты волос, по-моему, какой-то бальзам, в общем, когда я все это начала использовать регулярно, без каких-либо пропусков, я начала видеть результат, ну, по истечению этого срока. Волосы не растут по 15 сантиметров в месяц, нет, конечно, но их количество повышается, выросших, и вот здесь просто было какое-то огромное количество антеннок, и челочка вот из отросших волос, такая смешная, детская, как у ребенка, когда у меня было в детстве, она меня раздражала, эта челочка у меня снова появилась, вот, и поменьше бы стрессовать, и, наверное, я бы продержала этот результат дольше, но случилось опять неладное, вот, и у меня снова чуть-чуть высыпались волосы, поэтому вот рекомендую 2 раза в год проходить курс, но у меня получается дисциплинированно вот так прям хорошенько пройти раз в год, и я этому рада, я сразу купила на курс, у меня здесь 5 ампул, 4 уже куплено было до этого, поэтому я просто докупила нужное количество. И по цене, кстати, в тот день получилось дешевле за упаковку, чем если бы я покупала с VIP-скидкой. 70%. Представляете, насколько была другая цена? Я, конечно же, этому несказанно обрадовалась, но сейчас скажете, наверное, срок годности у ампул какой-нибудь не такой. Они выпущены в мае 2023 года. Срок годности не знаю какой, ну, обычно у нас года полтора он есть. Сейчас я вот так сходу в мелком шрифте вам не скажу. Но в любом случае, я даже до мая их успею использовать, потому что на курс нужно 3 месяца, а сейчас у нас январь, я начну буквально на днях его проходить, уже все соберусь, праздники закончатся, закончатся мои перемещения какие-то хаотичные по городу и между мной и домом моей мамы. Вот, и тогда я уже спокойно начну все, буду жить дома и спокойно приступлю к нему, чтобы вот, ну, мне нужна спокойная обстановка для вот такой дисциплины. Так что я очень рада. Я очень рада, что я заглянула. Я не каждый день заглядывала в эти акции, только промокоды своим людям давала, а в акции сама не заглядывала. Тут заглядываю, и цена... Ну, сейчас я вам скажу, они стоят 449 рублей в каталоге, а закуп у меня был 184 рубля. 184 рубля. Вот такая была супер акция. Что еще я там же добавила? Шампуни. Их тоже, кстати, можно было бы купить вот по этим купонам, но я знаю, что по купонам у меня всегда они расходятся на какие-то... ну вот не на шампуни, я трачу в основном на БАДы, еще на что-то. Да, у меня есть 70% скидки по VIP, бывают нам по драйв еще по программе добавляют одну какую-то. Но все равно, когда ты закупаешь какой-то курс, особенно когда ты не только себе, еще для мамы, для мужа, то ну не хватает этих скидок, чтобы молекулярные БАДы, например, дозаказать в нужном количестве. А по купонам вот сейчас это можно будет сделать, и, конечно же, я предпочла шампуни купить не по купонам. И я дозаказала, во-первых, шампунь для тонких волос, уплотняющий с мультиколлагеном. Он у меня сейчас в фаворитах вместе с бальзамом. Но бальзамы у меня есть сейчас разные. Шампунь заканчивается быстрее, чем они, поэтому я докупила этот шампунь. И во вторую свою ванную комнату я докупила шампунь с кератином. А, нет, это не шампунь, это бальзам. Как раз в ванной у меня стоит шампунь, закончилась маска, практически закончилась маска с кератином. А вот бальзам я покупала и дочь им пользовалась, я не пользовалась. Хочу попробовать бальзам. Так что у меня теперь будет комплект с кератином в душевой кабине. И в ванной, когда я мою волосы в ванной, там у меня стоит линейка новая с коллагеном. И я сейчас, получается, сама того не планируя, перешла на шампуни из линейки Salon Care. Напомню, что эта линейка у нас
предназначена как аналоги, какие существуют там в профессиональной косметике, создает эффект салонных процедур. И три варианта есть: с коллагеном, с кератином и ценные масла. Еще один вариант. В каждой есть шампунь, есть бальзам, есть маска, сыворотка еще есть в каждой из линеек. И вот с кератином у нас еще вышла шапочка для ухода за волосами, уже пропитанная средствами. Вот я ее купила, но еще не попробовала. Ну, сейчас суматоха новогодняя закончится, елку разберем, все соберем, и наступит обычная размеренная жизнь, и вот тогда все спокойненько попробую. Ну, и я уж не помню, каким чудом я засунула туда крем. Возможно, пересеклись какие-то акции, и я заказала еще и крем для глаз из новой линейки за 481 рубль. Что это была за акция? 999 он стоит в каталоге, а у меня закуп 481 рубль. Не помню. Наверное, там еще был какой-то промокод из Телеграм, нужно было вводить, и тоже там какие-то товары давались тоже по суперцене. Я взяла. Вот. Получается, у меня уже из этой линейки есть дневной крем, сыворотка, умывалка и теперь еще крем для век. Я обязательно буду пользоваться и вам об этом рассказывать. Ну, вот, собственно, и все. Все, что я хотела вам показать, показала. Ждите теперь примерку. Обязательно я сделаю примерку вещей и все с вами замерим. Я думаю, что эти вещи еще остались на складах. Распродажа, наверное, не опустошила склады. Я их купила для того, чтобы к следующему Новому году, который уже, опять же, не за горами, в начале ноября мне уже понадобится такая одежда, и я с удовольствием достану и буду носить. Сейчас я уже за новогодние праздники уже наносилась новогодняя одежда, поэтому они будут лежать до следующего Нового года. Вот такой я запасик себе сделала. Так что ждите видео с примеркой, оно выйдет чуть попозже. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Кто хочет вот с такими выгодами покупать товары, еще и быть самыми первыми оповещенными людьми о том, какие промокоды, в какой день, куда их вставить, что с ними сделать. Вот я этим занимаюсь с удовольствием. Всем своим людям, кто регистрируется по ссылке под этим видео, я это все объясняю, все в чаты выкладываю для того, чтобы не надо было ни о чем заботиться. Я позабочусь о своих людях, всегда сама забочусь. Поэтому проходите, регистрируйтесь, получайте все возможные скидки, акции, подарки, участвуйте в розыгрышах. Очень весело здесь покупать. Это не просто обычный магазин, куда ты пришел, 1500 тебе сказали на кассе, ты 1500 оплатил и ушел. Хорошо, если в чеке цены совпали. Здесь у нас чуть-чуть не так, у нас все гораздо веселее. С 1500 сделают скидку 20% или 26%, если захотите. А потом еще и какой-нибудь подарочек или какую-нибудь возможность что-то подешевле купить тебе дадут. В общем, у нас тут все намного интереснее, поэтому приглашаю вас. Не бойтесь, это обычный интернет-магазин, в котором у вас есть персональный помощник в моем лице. Я буду лично вам помогать, если вам это понадобится. Ну, на этом все. Рада была вас видеть на моем канале. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. С вами была Марина Соловьева. Увидимся в следующих видео. Всем пока!